Уже в ночь четверга на пятницу было видно, что гололеда не миновать. Увеличилось количество аварий на трассах Украины, а наша ДЭО активно посыпала песком центральные улицы уже прошлой ночью. На сегодняшний день, я вам скажу, из тех возможностей, которые есть в коллективе ДЭО, мы были очень даже молодцы. Мы начали работать вчера с 19 часов, закончили в час ночи. Работало две единицы техники. Больше у нас практически нет живой техники. Потом начали в 4:30 мы вышли и, в принципе, работаем до сих пор. На момент утра, часиков на 8, у нас было в пескосоляной смеси высыпано более 200 тонн. Больше мы физически просто не могли. В первую очередь мы делали основные дороги, потом заходили уже и на тротуары, и сейчас работаем внутри кварталов. Так что я думаю, что мы за сегодняшний день справимся. Дай бог, погода будет благоприятная. Нам будет проще. Ну, вы обратили внимание, и дворники тоже вышли достаточно рано сегодня. Ну, ваши водители, по крайней мере, их видели. Ну, дворники вышли, как бы, да. Ну, они возле подъезда в основном убирают, там, где мы не можем там убирать. Велосипедные дорожки мы не можем убирать. Многие люди там жалуются, но я посмотрел, в основном это велосипедные дорожки. По тротуарам основные у нас все были посыпаны к утру. Кто хотел переходить, правильно переходили. Кому надо было покататься, те покатались. Будьте внимательны и осторожны. Увы, ДЭО и дворники все вопросы не решат. Постарайтесь и сами быть предельно осторожными. Причем в ближайшие два дня.